Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в Dark Souls. Сегодня я буду играть за клирика. Так, я не помню, на чем я остановился. Так, у меня крутой щит. Нет, не крутой щит. Так, победил ли я гаргулей? Вот в чем вопрос. Наверное, нет. Наверное, как раз таки сегодня я и должен сразиться с гаргульями. Хотя то, что я в форме человека, возможно, говорит то, что я с ними сражался. И как раз таки я на помощь себе призывал. Ой. Ты слушай, ты! Хорош. Так, ну ладно. Придется лечиться. Так. Нет, с гаргулями я не сражался. Так, ну, кстати, глупо то, что я щит в руки взял. Меня щит не спасет от него. Но после... Тихо. О, отлично. Но после рыцаря я привык просто с щитом все время бегать, сражаться. Так, ну-ка. Да блин, что ты творишь? Назад. Атакуй. Атакуй, давай. Так, надо как-то сделать так, чтобы он ближе ко мне подошел. Ага, хорошо. Так. Тихо, назад. Так, вроде я всех убил. Так, отходим. Давай, 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 давай. Очень плохо. Ах ты ж... Блин, я парировать твои атаки хотел. Вот, другое дело.
Так, сейчас спасем этого мужика. Хотя, в принципе, его желательно лучше вообще убить. Что, ты все еще человек? Тогда мне повезло, помоги мне, пожалуйста. Ты убьешь хранительницу огня. Как видишь, без посторонней помощи мне не выбраться. Все, ты свободен. Хотя, я бы тебя не спасал. Я знаю будущее, и ты, короче, совершишь очень плохой поступок. Ты убьешь хранительницу огня. Хотя знаете что? Так, во-первых, мне надо сбегать в храм огня, сохраниться. А во-вторых, я лучше возьму еще вот эту душу. А, блин, а если сейчас бегаю, то зомби воскресятся. Ну ладно. Пускай лучше зомби воскресятся, чем потом мне заново придется бежать от другого костра. Так, лифт работает, все. Так, дайте-ка я посмотрю у него ассортимент. О, здравствуй. Полагаю, тебя интересуют чудеса, да? Yes, я знаю. Купить предмет. Поиск помощи, слова мощного лечения. О, как тут все дорого. Ну давай. Возвращайся еще. Эффективность чудес зависит от твоей веры. Хорошо. Так, отходим. Ну давай, что ты там? Осколок титанита. Давайте, зомбаки. Отходим. Отходим. Так, а почему я третьего не убил? Тихо. Аккуратно, аккуратно. Придется одну флягу с эссенсом потратить. Отлично, все, я вроде всех убил. Так, ты поможешь мне драться, короче. А я буду еще и лечиться. Пошли, ты идешь сюда, нет? Ты идешь, нет? Все, отлично. Давай, быстрее. Ближе, ближе, подходи. Пошли ближе. Ой, как больно бьется. Ой.
Дробящее оружие, походу, против нее эффективно. Тихо. Блин, бей ее уже. Так, лечись. Творишь? Так, ну ты свою роль хорошо сыграл. Ты очень хорошо отвлек Гаргулью на себя. Вот лучше бы ты мне помог с демоном Капрой сражаться. К сожалению, чудеса только как поддержка выступают. Их нельзя как оружие использовать. Так, веру тоже нужно покачать, но я думаю, нам еще нужно покачать. Так, во-первых, веру. Во-вторых, мне надо жизнь покачать, силу покачать, выносливость покачать. Всего понемногу надо покачать. Так, жаль, у меня косточка возвращения нет, придется пешком бежать. Не понял, откуда зомбак взялся. Так, сейчас надо было... Блин, зря я чудо купил. Чудо по поиск помощи. Надо было что-нибудь покруче купить и подороже. Конечно, можем пофармить в одном месте. Эти чудеса. Ну ладно. О, здравствуй. Полагаю, тебя интересуют чудеса. Да, я знаю. Так, купить предмет. Слова мощного лечения, возвращение, лечение. 8 плюс 4 будет 12, у меня 13 тысяч. Так, давай возвращение куплю. И силу куплю. Лечение и мощное лечение попозже. Возвращайся еще. Эффективность чудес зависит от твоей веры. Но я знаю это. Ты мне тоже говорил. Мне еще и ученость нужна для того, чтобы побольше слотов было под чудеса. Так, 3 слота для чудес. Так. 18 веры нужно. Ну и ладно. Значит, пока так побегаю. Так. Так, а что из себя представляет сила? Что это такое? Это отталкивает от тебя, да? Да, я понял. Так, поиск помощи, что это такое? И что это? Для чего это нужно? Наверное, это какой-то эффект на меня действует.
Сейчас посмотрим. Что? А, блин, а как это посмотреть? Сейчас посмотрим. Поиск помощи. Что, как она работает? Чудо, используемое на... Так, на задание клириков. Показывает больше путей из других миров. Эти пути служат для связи нежити, однако их стоимость сильно различается. Необходима гармония между верой и мудростью. Короче, я не понял, как это работает. Так, а зачем я еду сюда? Ну, с демоном Капри мне сейчас придется сразиться. Сила. Вот мне интересно, я же ключи все подобрал. Ой. Так. Разучился вообще парировать атаки. Так, что за фигня? Отлично. Вроде бы вспоминаю, как парировать правильно. Так. Надо его потихоньку убить. Так. Дай пройти. Сила. Да, блин, от силы толку нет, потому что я даже оружие не успеваю в руки взять. Хотя в качестве надо просто в левую руку, наверное, взять талисман. В таком случае, да, в таком случае я успею оружием ударить по нему. Ну и ладно. Так, а зачем я пошел сюда? Мне вот сюда надо идти. Ключ собрать-то. Так, я иду с обратной стороны, так что они меня не ожидают здесь. Вот здесь. Так, ну здесь обычная душа хранится. А, я ее подбирал. Что-то мне показалось то, что там светится. Куда убежал? Я планировал на тебя упасть. Так, ключ я подбирал. Ты слушай. Фух, повезло. Иначе бы убил бы меня. Что ты творишь? Очень долго лечится.
Ой. Ах ты ж, сволочь. Ой. Случайно получилось. Что-то я запутался, у меня камера закрутилась. С демоном Капри, да, придется сражаться. А я знаю, что я сейчас сделаю. Короче, я просто сейчас вот так вот спущусь. Так, тихо. Да. Отлично. Так, он меня ждет с другой стороны. Отлично. Все, теперь мы побежим к демону Капри. Дракон сейчас поедет. Не понял. Он слишком рано появился. Вот в чем прикол. Так. Так, на всякий случай открою сокращение пути. Ой. Так, отлично. Так, а получается то, что я дверь не открыл, да? Так и есть. Так они что, не сагрились на меня? Ой. Сейчас же опять улечу. Так, сейчас откроем дверь. Так, только мне вот твоя магия не нужна. Мне нужны чудеса. Так, ну-ка. Получится вырубить? Не получается. А, ну ладно. Этих мне убить не получится. Таким образом. Так, ну-ка. Заманим их на огонь. Ну.
Никто за вас не хочет на огонь напрыгнуть, да? Так, одного я сам. Отлично. Так, ну, блин, с демоном Капра я пока что не хочу драться. Пока что по времени. Так, ой-ой-ой. Эх, человеческую форму потерял. Так, отлично. Надо, короче, их парировать. Так. Где метка смерти? Вот метка смерти. Так, сначала пускай собака прибежит сюда. Давай, я знаю то, что ты сейчас прибежишь сюда. Вон она медленно вышагивает. Так, ну-ка. Ой, что творите? Так, тихо. Да! Я просто парировать хотел твои атаки, дурацкие. Так, ладно. Я поступлю кое-как по-хитрому. Так, сагрились на меня. Че, никто не сагрился, что? Тихо. Нет, собака дурацкая. Если я вас не могу убить, то пускай вас огонь убьет. Ну. И что? Слушай. Это чё? Минус один. Минус два. Может, бандита. Ну, давай, собака, чё ты? Я тут. Смотри, я здесь. Сейчас по носу получишь. Слушай, отходим. Неужели у меня получилось это сделать? Ой. Вот про тебя я забыл совсем. Вот и все. Блин. Отлично.
Так, у меня очень крутая палец пока что есть. Мне надо какой-нибудь крутой молот взять себе в руки. Так, ну и сейчас, я думаю, мне стоит отправиться. Так. Думаю, мне стоит отправиться в подземелье. В катакомбы, точнее. Так, скелетов придется только парировать. Ты слушай, что ты такой прыгучий и тормознутый? Прыгучий и тормознутый. Так, надо чудеса купить у него. Ой, я же уже в ордене. Come again. Возвращайся еще, ну да, я вернусь к тебе еще. Так. Поиск помощи. Во-первых, поиск помощи не знаю, как работает, я его использовать не буду. Так, во-первых, я вместо поиска помощи возьму лечение второе. Я отправлюсь в катакомбу. Так, а что у нас в этом сундуке? Я не помню. А, этот сундук всегда открытый вроде как. Так, ну со скелетом у меня будут небольшие проблемы, ну ладно. Вроде бы как они уязвимы к данному типу оружия. То есть, они уязвимы к молоту. Ну, к дробящему оружию, короче, они уязвимы. Пока что больших скелетов убивать не буду, потому что с ними я не справлюсь. Ой. Так, сейчас надо самое главное заспидранить этот момент. Потому что скелет все равно мне не даст пройти, он выживет. Тихо. Выйти. Так. Отлично. Так, ну ладно, я продолжу, короче, спускаться вниз в следующей серии. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.